сколько экскурсий и паломнических групп. Они нескончаемым потоком движутся по святым Печерским горам, от святыни к святыне. Присоединимся и мы к одной из групп паломников, что стоит на площади перед входом в ближние пещеры, и войдем туда. Преподобный Антоний пришел в Киев с Афонской горы в 1051 году, получив от своего игумена богодухновенное благословение, что от него произойдет множество монахов. Эта дата является датой основания монастыря. Преподобный Антоний отошел ко Господу в 1073 году. В ближних пещерах находится его гроб и келья. Всего в пещерах Лавры почивают более 120 угодников Божьих, преподобных отцев Печерских. Величаем вас, преподобные отцы наши Печерские, и чтим святую память вашу. Вы бо молите о нас, Христа Бога нашего. Приоткроется в тайну дверь, из обыденной жизни серой я войду в лабиринт пещер и к мощам припаду с верой. Восковая печаль свечи, держите правильно свечи. Как жила я, не зная Бога, сердце грешное, не молчи, погрусти, поскорби немного. Темноту озаряют блики сокровенного полные смысла, и в таинственных строгих ликах обнажаются вечные истины. О, блаженная благодать, тишина, чистота святая, жизнь свою за Христа бы отдать! Кто же в тайне о том не мечтает? В непривычном глазам полумраке, на трепещущую свечой, я могу потихоньку поплакать и сама не узнаю о чем. Пробудилась душа, это значит, не нужны никакие слова. Обнаженное сердце плачет, я еще для добра жива. Из обыденной жизни серой мне откроется в вечность дверь. Я войду в лабиринт пещер и к мощам припаду с верой. Преподобные отцы наши Печерские, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Господи, помилуй нас грешных.